всем привет! Вот мы с Ванькой на рыбалку выехали. Короче, мы находимся в Спирино, Малетино, вот эти вот все. С утра в городе был снег, ветер. Здесь просто ветер, снега нет. Тепло градуса 4, наверное, прям вообще. Но ветрюган. Видели там две толпы. В одной только поймал парень леща, короче. И то губами он блесну эту взял. Все, нигде ничего, по точкам прокатились. И по своим, и которые дали мне, короче, ничего нет. Пусто. Машин очень много. Ну, только ВД. Потому что даже ВД местами буксуют. Сейчас поедем повыше, поднимемся, посмотрим, что там. Вспышка 10-минутная была, и все. Куда-то пошел, перемещается. Вот еще один стол. Ну, тоже пока в раздумье. Или к концу сезона, или в начале следующего возьму себе, или, блядь, вот такого, или все-таки, если найду старого какую-нибудь BRP-шку нормальную. Ну да. Где бы ее только найти? Кто бы дал бы? Ну какой-то дед. В мае надо смотреть. В мае, июнь. Ну, как вот, раз вот. Люди скидывать будут, вот, и выбор может. Будет. Да сейчас выбор не велик. На этом рынке непонятно, что будет. Будет ли повышение, либо понижение, что там дальше. Если бы все... Общался, тоже было интересно. Подошел к человеку, 1000 почти намотал, говорит, доволен, все, метет, гребет, говорит, все прям четко. Но расход, говорит, под 30-ку. Я говорю, блин, ну что-то не то. Он говорит, ну фиг знает. Короче, все ничего, ну под 30-ку ест. Как-то так. Лучше работать. Тайга-то орет, звенит там. Этот звенит, звонкий. Ну, шумный. Но не как тайга. Ну, я не знаю, я в тайге не сравниваю. Ну, я слышу, когда тайга едет, варяг там вот эти. Я их издалека слышу. А сам едешь, мне шапки нравится. Нормально, а без шапки глохнешь. Мне нравится, как он работает. А так, пока фу, ничего. Ну, то есть, в принципе, доволен, нет. Только расходом недоволен, да? Расходом доволен. А ты на газ перевел? Не-не-не, на газ. Даже не на аккумуляторе. Ну. 20 есть. Сейчас тест проведу. Снегоход прокачусь. Разрешили. Вот, так в нем удобно сидеть.
Я на тайге-то вообще неудобно. Там... Ну, на тайге там руль ниже гораздо. Здесь посадка как раз райдерская, хорошая. Но. Так. Это задняя скорость. А. То есть здесь все получается так. Это вот сейчас вперед только газ. А если взад. Ну, я понял, переключаться. Да, кнопки нажимает он дур, то в обратную сторону. На газу пробовал переключать назад. Думал только об этом. Ну говорят, что типа не переключат. Ну что не вечер, так говорит. Что ты его греешь нормально или так? Помню еще тайгу. Вот я бы ехал, я бы уже весь исколотил. Это мягенький. Он мягенький. Лучше тайге. Мягенький, мягенький, да. Ну привыкать надо. На картинке видит. Привыкать надо. Почему привыкать надо? Ну да, да. Ну а так вообще мне поудобнее подлетел. Да, в принципе, по ну нет, сядь, вот там вообще по-другому. Не, ну то-то там я. Там... Хорошему лучше не привыкать. Сразу, да. Лучше вот на корыте потихонечку. Да не, нормальный, нормальный вообще. Блин, ну пору. Ну я не знаю, Рому позвоню, потом спрошу по расходу. Не знаю, мы с Колей летим, да, Коль? Только шуба заворачивает. Ну все. Ну ты его в принципе доволен, да? Как бы? Да. Ну. Что он на него, я мастер, блядь, делаем только так. А, да? Вдвоем, да. А, это шеф у вас был? Нет. А. И он такой, я его и то не наводит, так до конца не доходит. Вот это вот тайги, кстати. А это что? Это моя доработка. Честно. А, это прям, за ним, наверное, борозда конкретная. Ну слушай, хороший, оно даже лед скребет, вот мне нравится. Блин. Прикольно. Ну, а да, ты... А... Это я сам делал. Пластину сюда сам? Да, все сам делал. Я такой вот такие вот купил. А все остальное... А там уголок, да, вот здесь? Уголок железный, да, обычный, там, пятерка. Ну да. И сюда. Блин, ну а что, вообще четко. Я-то вообще думал, заводская тема. Нет, вот это заводская тема, это... Я понял, просто тайгон. Скребок. Да, само окружение. А все это... Так. А то там куда? Ну, а, там вон. Тоже крючок сделал. Блин, вообще кайфово. Я вообще думал, что это заводская. Ну, в смысле, вот эта вся приблуда. И, говоришь, только склизы поменял, да, говоришь? Заводские, говно. Заводские прям вот вообще говно полное. Сейчас вот эти поставил, канадские. Ну, канадские нормальные, они ходить да, будут. 6 рублей отдал. Сам менял? Да. Легко. Меняется 2 секунды. Че, ты, ну, ты не разбирал, не, просто не, вытащил? Не, посмотрел, как у Ямахи сделано. Но. Думаю, ну а чем черт не шутит? Единственное, через момент... дырку, да? Да. Но. В окно прям залазить. Попасть. Ну. Некоторые едят, просто маслом смазываешь склизу. Но. И она сюда вот в окошко проходит буквально там с одной стороны миллиметра два, и с другой стороны два миллиметра. Резинка расширяется и все выходит. Ага. Даже не режет ничего, все прям отлично. Меняется вот. Ну, приподнял его, да и все. Ну, наверное, минут 40, может, максимум. Ну, пара, да? Да. Пара. Ну, вот. С тайги. Ну, на ней маркировка написана была тайга.
На склизе? На склизах, ага. Ну вот. Я вот сейчас единственное, не знаю, ремень хочу в запас взять. Какой вот именно взять? А там номер же есть. Там канадец стоит. Ну, дубль возьми, дубли-то тоже есть. Ну, мне так, чтобы если вдруг докатиться. Ну, пока тут фу. Деповские или как они? Не деповские, другие. Чего вот они сейчас стоят? Ну, под 6. Нет, 6 еще нормально. Я что-то мне души. Ну, до 12. 10-15. До 12. Да? Вот мой родной 12 с копейкой. Ну, канадский, американский какой. Ну, вот тоже там написано какой-то. Ремни-то вот эти хорошие. Ремни хорошие, да. Ремни обладают. Я вот тогда залез, застрял, когда поджег его, и он уже начал вибрация начала появилась. Если подождешь, понятно. Но. Шикарно. Блять, легкий. Блин. Ну он легкий, ну нет, я сейчас попробовал твой подъем. Да, это нереально. Я подошел, а тут прям, ну. Прям вообще отлично. Угу. Так и высота у него нормальная, довольно-таки. Ты говоришь тайга. Тайга ниже намного. Тайга вот. Нет, вот так сидит. Вот. Сравнивал, стоял тайга 550В. А, вот он. 550 и может быть. А тайга варяг, вот как 500. Там просто табурет. Крыся табуретка, да. Ну, здесь-то нормально. Ну, а так по ходовке, когда менял, залазил, ну что там не полопался. Ну, вот это все. Целое все. Прям обалденно. Ну мы. Все время вдвоем ездить, угу. Поэтому. И как бы нагрузка постоянно, да? Блин. Блин, ну двадцатка, ну фиг, блин, не знаю. Ничего сказать не могу. Ну, это опять же мы вдвоем. 27. Я один, 25. Может, не знаю, 22, может, 27, не меньше. Ну, короче, не меньше двадцатки точно. Нет, не меньше точно, может, мне кажется. Выше от 25, наверное, до 30. Как это складывается? Масло. Масло, да. Масло не так, наверное. А ты куда? Оно в бак заливается или там отдельно? Бак. Так, ну что, будем ждать хапок. Короче, сломался шланчик на это, тосольный с радиатора, давление, которое в бачок перекидывает. Я думаю, откуда у меня тосол подбегает? Туда я не лазил, значит, я знаю, кто сломал. Витя, тебе привет! Ой, бляха-муха, такая подстава. Просто же не мог отломиться он сам. Ну, а я что делаю? Так, нифига он лазит у него, снегоход. Четко. И задом там по канавам везде лазит, вообще нормально. Фига ты лазишь на нем. На, подержи веревку, чтобы она не закатилась никуда.
Вадя умеет ездить на снежнике, это нормально. Я не пойму, что он делает. Дорога вон там вообще идет. Дорогу нашел, Вань. Нихуя. Она, короче, где-то вот то ли за беседкой. Мы как-то вот там же выезжали. Вот так. Она вот, блядь. Да, вот за этом. Вот забор кончается зеленый, там заезд. А, это, блядь. Все, зацепил. Садись. Потихоньку, давай в натяжечку. Во-во-во-во-во. Стой! Рыбалку сегодня, короче, процентов 90 по налям. Приехали в номер, варим щи. В номера приехали на базу. Тихая гавань, варим щи. Расположились. Вот так я расположился. Один в семейном. Завтра перееду вон в тот дальний, третий. Потому что завтра народ уедет, я до понедельника. Такая рыбалка. Все, друзья, всем счастливо, всем пока, всем натянутых лесок. С вами был канал Рыбалка в Сибири.